промозглое, но в то же время доброе утро. У нас утро понедельника. Всю ночь шел дождь, гроза была, молнии, сейчас льет. Тут вот даже как-то что-то заворачивает, видно вам, да? Ипомея преимущественно у нас цветет по утрам. Здесь, смотрите, перец активно растет. Вот один, там второй. В общем, я насчитала больше 10 цветений и больше 8 завязей, представляете? Дальше, вот там маленький перчик. Здесь, я так понимаю, ромашка. Ну, все идет уже к делу к осени, уже, собственно говоря, осень. Но ипомея не сдается, мы ее в следующий год посадим намного раньше, чтобы она успела нас порадовать и себя порадовать. Здесь я все-таки у помидорцев ободрала листья. Вон они большие там спрятались. Ну, хорошо, комфортно ему. Больше обдирать не буду, потому что не хочу, чтобы, знаете, бодылками стоял здесь лысыми. Тут у нас сейчас стоят сковороды. Саша вчера готовила лазанью. Я вам поставлю, ну, вот этот влог. Выйдет как раз готовка лазаньи. Мы ездили в магазин. Покажу вам, как мы прожили вчерашний день. Затем у нас уже пойдут влоги, как мы гуляли с моим дядей, с Александром. Он сейчас находится в больнице. Сегодня еще не связывались, обязательно свяжемся. Ипомея побежала дальше, дальше побежала. Несколько дней я не снимала. У нас случились определенные обстоятельства, ситуация. Несколько дней я не снимала. Рассказывать об этом не буду, дабы не радовать злорадствующих, тем более вы, ребята, пишите, прям просите, чтобы я заблокировала одну комментаторшу. Вы уже прям в комментариях, и Муса Вахаевич, и девчонки писали. Ну, давайте посмотрим, пока не блокирую ее. Но ваши пожелания и предпочтения я учла. Обязательно взяла на заметку. Смотрите, какая здесь гвоздичка. Очень красивая и похожа на бабочку, правда? Очень такая необычная. Сейчас увидела. У нее как бы усики, как у бабочки, и крылья. Интересно. У ипомеи очень-очень много бутонов. Они прям стремятся все зацвести, все раскрыться. Но главное, чтобы ее не поморозило. Ну что, скоро школа. Началась прям настоящая осень. Здесь у меня, смотрите, сейчас покажу. Помните, я обрезала лиану для того, чтобы ее укоренить, чтобы она пустила корни. Так вот, корней она у меня пустила отлично. Пошли новые даже отросточки. Вот там вот видно всякие бутончики, видите? Все, ее уже пора пересаживать. Надо будет заняться этим вопросом. Хочу ее в один горшок посадить. И чтобы она такая шикарная, знаете, росла такая кудрявая, хорошая, мощная. Сейчас буду разрезать масло. Часть убираю сюда, ну, напополам. И остальное в морозилку убираю. Стала делать так. Покупаю 1000 озер. Нам она нравится. 82,5. Маслица хорошая. Погода, конечно, пасмурная. Со вчерашнего дня это все началось. Слякотно. Но это не влияет на наше настроение. И я спешу поделиться нашим настроением с вами. Желаю приятного просмотра. Сегодня готовим лазанью. Вернее, готовили вчера. Покажу сегодня. Ну а в довесок к этому всему желаю вам приятных аппетитов и хорошей рабочей недели. Выхожу сейчас в подъезд, слушайте, у нас такая грязь. Прям ужас. Ремонт делают 2 этажами ниже. Мои уже прыгнули в машину, ждут меня. Надо купить Саше лекарства. Игорь с утра уже съездил на работу. Саша, надо взять лекарствочко. И хочу взять печень. Возьму индейку и возьму куриную печень. Отрабатываю сейчас рецепт. У нас тут интересная такая тема. Я об этом позже расскажу. Про эти паштеты, про всю эту тему. Немножко я не в тот вагон впрыгнула. Девчонки, ну вот, дождались. Вот он, этот чай. Вечер у камина, про который я вам говорю. Он в ленте, сейчас много на них скидки, на него конкретно нету вроде бы. Ну, в общем, смотрите, вот такие вот стойки, вот такие крафтовые упаковки. И именно я вам всегда говорю про вечер у камина. Вот его состав.
смотрите, читайте. Мне он больше всего нравится. Мне он больше всего нравится, но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Отличный чай. Мы уже съездили в Ленту, сейчас приехали в аптеку. Саша, покупаем этот валацикловир. Ну, в общем, штучка тоже такая дорогая. Представляете, 1 сентября, и у нее вскочила неприятность. Вообще расстройство, но вроде мы успеваем в такой период, чтобы ее сильно там не, это самое, не раздуло, не испортило. Так что Саша сегодня будет готовить лазанью по рецепту наших друзей, Жанны из Нефтеюганска. Вот, поэтому тоже купили продукты к лазанье. Я вообще сегодня планировала, знаете, что сделать? У меня лежат котлеты, помните, заморозку-то мы делали полуфабрикатов, куриные котлеты с творогом. В общем, они у меня порционно разложены по там 8 штучек. Я хотела сегодня отварить гречу и сделать эти котлетки. Саша предложила, говорит, давай сделаем лазанью. Ну, в общем, Саша училась, как делать лазанью. У меня был единственный раз, я пробовала. Я сама делала бешамель. Бешамель у меня получился классный. Я его сделала с первого раза просто идеальный. Но... К 9 с тортик. Вот, Саша говорит, к 9 числу еще будем тортик делать. Ну, так вот. У меня... Соус получился отличный, представляете? Ну, бешамель вообще его сложно делать, как бы, именно таким хорошим, качественным. Но я пересолила лазанью. А что? Миксера. А? Миксера нет. А, ты про торт, что нет миксера? Ну, ну что, теперь есть комбайн, а тебе именно что смешивать? Ну, лучше смешивать. Нам надо сливки будут взбивать до пиков, чтобы... Ну, у нас... Они не превратились... Масло. Не с творожью. Но у нас этот взбивает хорошо венчик в комбайне. И тесто. Вон папа идет. Дофига, походу он ничего не купил. Мы приехали уже домой. Саша занялась вовсю готовкой. Уже вон нацепила фартук. Когда вообще Саша готовит, ей лучше под руку не лезть, а то можно отхватить, короче говоря. Она ходит, бухтит, бубнит, и я ее не трогаю. Видите, видите? Зыркает. Вчера на стриме спрашивали, если ты наколку захочешь, ну тату, это же не наколка, мы тебе разрешим, да. И как к этому я отнесусь? С тобой надо вести очень долгий разговор. Да? А если я скажу, что ладно, я согласна? Я пойду интервью. Да? Отлично. А что ты хочешь набить, Саш? Веточку с цветочками. А можно спросить, куда? Под ребро. Под ребро. Веточку с цветочками. Ну ладно. Ну как 18, ладно? Хорошо. Ну, друзья, на ваши глаза. Стой, верни! Я не показала распаковку. Это фарш домашний. Я показала. Да, Саша показала. В общем, смотрите, мы сейчас были в Ленте, сделали покупки. Саша взяла фарш домашний. Ты кольцо сняла? Нет. Снимаем. Зачем? Ну, забивают потом камушки. Не очень хорошо. Я предложила Саше, говорю, давай возьмем домашний и смешаем его с говяжьим, потому что мне кажется, он жирноват для домашнего, шибко. Саша, надо понюхать его. Нюхай. Ну вот я и хочу. Нормально. Саш, делай из всего, куда... Нет. А ты куда эту штуку денешь? Вот ее никуда. Сильно, сильно жирно ему. Нельзя, кстати, ему домашний фарш вообще, потому что там свинина. Так, здесь я взяла печень. Взяла печень индейки. Это сырье, на котором я отрабатываю рецепты. Пожалуйста, ты котлеты собираешь? Саш, нет, я не буду. Лучше туда. Ты учти, что мясо и фарш делают усадку, жарку. Ну, иногда можно делать отступление и исключение. Так вот, на этом сырье я отрабатываю рецепт. Я пока не буду говорить, какая у меня задумка конкретно и с каким сырьем я хочу работать, потому что, знаете, эти идеи быстро разлетаются. И конкретно про быстро разлетается, я уже одну идею на эту тему упустила. Пока
мы думали, гадали, размышляли, просто другие люди взяли и реализовали. И теперь, когда я хочу выйти на рынок с этой идеей, я выгляжу уже как плагиат, понимаете? А все почему? Потому что долго собирались, долго обсчитывали, долго придумывали, как это все дело делать. Но заметьте, мы нигде об этом так сильно не говорили и не рассказывали, хотя я уже ранее во влогах намекала про эту тему. Получилось так, что мою идею реализовали другие люди и раньше. Соответственно, я сейчас хочу найти другое сырье, чтобы не быть абсолютно похожим на тех, кто реализовал уже эту идею, и чтобы мы значительно расширяли. Я не хочу обижать этих людей, но кто первый стал, того и тапки, да? Так что отработку делаю вот на индейке и на курице, но хочу работать потом с другим вообще продуктом и буду выпускать другой продукт. У нас с Игорем есть такая задумка, у нас с Игорем есть такая идея выпускать наш интересный продукт под реализацию, готовить, чтобы продавать. Ну, посмотрим, друзья. Вот пока что мы столкнулись с проблемой поставки. В общем, это настолько деликатесный и нелегко доступный продукт, поэтому есть сложности с его поставкой. Ладно, поехали дальше по покупкам. Я думаю, вы поняли, о чем идет речь. И вот тот продукт, который мы купили, Лада правильно заметила, это вот идея как раз-таки, которая была реализована другими людьми. Ладно, об этом все. Поймите, меня тоже не хочу сглазить, не хочу, чтобы кто-то другой это внедрил еще. Ладно, в общем, это есть. Сахар взяли. Саша взяла себе долмио с ароматными травами. Это как раз-таки для лазаньи. Сейчас идут скидки в ленте на Бариллу. Ну, у нас всего лишь два производителя делают именно вот эти вот листы для лазаньи. Вернее, два производителя продаются в ленте, поэтому взяли Бариллу по скидке. Взяла сливки, это мне для рецепта нужно. В этот раз 20% беру, были до этого 10%. Взяла гречку Макфа. К сожалению, у Вилки больше в ленте я не вижу вообще. Мне больше нравится, конечно, у Вилка. Даже просто фирма мне не настолько симпатична, как именно у Вилка. Ну, вот Макфу. Не знаю. Саша взяла себе Фьюсти, две штучки. Здесь тоже по скидке она взяла Космостарс. Это для таких быстрых завтраков. Начинается школа, сами понимаете. Скидка была на мой любимый, безумно любимый Палмолив. Буду овсянку взять, которую быстро приготовить. Так лучше не быстрого приготовления, она плохая. Она вкусная, нормальная овсянка. Она неправильная. Она неправильная. Ну и Саша взяла себе жидкость для снятия лака, будет делать себе маникюр. Ну что, дочь, стараешься? Я смотрю, у нас кто-то любит покомментировать со стороны, ничего не делая, да? Почему? Я влог снимаю. Это тоже работа? Да. Да. Это мама отличника сказала, что это очень тяжелый труд. Это тяжелый труд. Тяжелее, чем вот это вот ваше. Все, да. Это труд, это вообще неподъемный. Ну, друзья, я вам скажу так. В общем, мама отличника там напела, вдула в уши, напугала всех своих подписчиков о том, что за каждым следят специальные контролирующие органы. Чуть ли там, знаете, уже не до прокуратуры дошло, что за каждым комментатором, и что и лайки, дизлайки ей там покупают, и ее обсыпают ее дизлайками, что ее там администратор по каналу. Короче, друзья, знаете, у нас в стране и в мире творятся настолько серьезные глобальные вещи, как то политика, экономика, какие-то военные конфликты, да, что нашим доблестным органам и специальным комитетам, как она сказала, совершенно до лампочки, что там происходит у мамы отличника на канале. И уж тем более они не будут тратить свои ресурсы, ресурсы разведки, ресурсы там добычи информации на то, чтобы следить за комментаторами добычи, чтобы следить за комментаторами мамы отличника. Ну вот так вот, понимаете?
об этом говорить и заявлять, что за каждым, за тобой. Друзья, это чушь полная. Вы поверьте, это такая брехня и лапша на уши, что, ну, беспардонная брехня. И далее она сказала о том, что на канале это вообще-то безумный труд. Да, быть блогером — это труд. Труд снимать, труд монтировать. Но не настолько это сродни тяжелому труду шахтера, водителя, да, грузчика и многие-многие можно, металлурга. Ну, много можно перечислить профессий, да? Не надо это ставить на одну полку и в один ранг. Это все-таки некрасиво. И уж тем более не маме отличника говорить, что это великий труд с такими съемками, с таким качеством, с такими переходами, обрыванием на полуслова или... Не вижу я труда в ее влогах и в ее видео, понимаете? Это просто опять очередное катание и вдувание в уши. Есть, да, каналы, где действительно работают. Это научные каналы, какие-то познавательные, где создается видео, качественно идет съемка, качественный монтаж, подбор музыки, подбор материала, работа с описанием под видео, где этот материал выкладывается. Вот это работа. А вот это, то, что там происходит, это, знаете, халява. Халява и... Так об этом громко заявлять и из себя великую труженицу выставлять, это некрасиво. Я высказала мое мнение, как там у нас любят комментаторы об этом говорить, да? Вот я высказала свое мнение. И те, кто пришел ко мне с канала «Мамы отличника» и пытаются меня там щипать за бока, ребят, это бесполезно. Вы себя некрасиво ведете, тем более вы взрослые женщины. У нас, знаете, как говорят подписчики на канале, если к нам с мечом придешь, то метлой тебя выгонят. Не надо, не надо себя вести некрасиво. У нас дружелюбный канал, у нас хороший канал. И мы рады новым зрителям, новым подписчикам. Желаем вам приятных просмотров, хорошего настроения. Ну так вот, я ушла, потому что Саша там воду включила. Я хочу сказать, что на нашем канале... Мы показываем реальную жизнь, а не создаем искусственно скандалы, не выставляем своих, ну я конкретно, не выставляю своего мужа дебилом, извините меня, алкашом и тому подобное, не устраиваю провокации, публичное отречение от дочери и многое-многое другое. Если зайти к маме отличника на канал, посмотреть хотя бы любое видео и почитать, какие она выставляет хэштеги, друзья, вот они, эти хэштеги, я сейчас сюда поставлю, посмотрите сами. Здесь откровенно идет провокация, и именно в эту категорию Елена Павловна стремится попасть. Это понятно почему. Люди требуют хлеба и зрелищ. Людям нравятся скандалы, людям нравится перетирание отношений, обсирание друг друга, боль, злость, негатив, ссоры, кусачки, драчки. У нас... Все иначе. Мне кажется, на просторах интернета и ютуба вот этого дерьма, простите меня, настолько уже много, что люди устали от этого. И коль уж Елена Павловна заявляет о том, что мы снимаем настоящее видео без постанов и декораций, да, боже мой, ну кого вы обманываете, ну честное слово. Кто-то сейчас скажет или напишет, или подумает о том, что... Ой, куда ты лезешь, ты сейчас на Елене Павловне хочешь хайпануть. Да нет, успокойтесь, успокойтесь, я не хочу на ней хайповать. Поверьте, если бы я хотела хайпануть, я бы это уже давным-давно сделала. Но я считаю это некрасивым. Некрасивым каким-либо образом ставить себя выше кого-то и показывать какое-то свое превосходство. Что, кстати говоря, на том канале постоянно об этом и идет речь. Постоянно какое-то унижение своих подписчиков, постоянно говорится о том, что да кто вы, это я вот такая, а вы чего добились, вы ничего не добились, ха-ха-ха, смотрите, как надо жить, как надо на YouTube работать. Ребят, кому вот интересно унижаться, да, и кому это нравится, если вы жертва, то пожалуйста. Но это не хайп. Вот то, что я сейчас говорю в видео, это не хайп. Это сугубо мое личное мнение. И вчера на стриме по поводу этого задавали вопросы, по поводу отношения моего к каналу «Мамы отличника». Вы знаете, цирк, цирк Шапито.
Вот я больше ничего не могу сказать. Как не зайдешь, так какая-то новая фигня. И ладно, мне нравится канал Бать Лёши. Вот правда, снимается натуральная жизнь, снимается как она есть, чисто, откровенно. И вот приятно смотреть канал Бать Лёши. Мы стали его больше смотреть, и даже «Ванильную семью» уже перестали смотреть, потому что, ну, видно, там несколько такая другая подача материала идет. А вот у Бати Лёши честно и откровенно про жизнь и без всяких вот таких вот искусственных, наигранных, скандальных, провокационных, постановочных, вызывающих на комментарии, на драчки, на ругательство, на негатив моментов, понимаете? И мы противники всего этого, поэтому на нашем канале вы этого ничего не увидите. Вы увидите нашу настоящую реальную жизнь, но без искусственной подачи негативного отношения в семье и к окружающим. Ну вот так. Еще раз повторю, это сугубо мое личное мнение. Я не призываю каким-либо образом отписаться или лить негатив на канал мамы отличника или конкретно на Елену Павловну и конкретно на ее семью. Нет, канал Батя Лёши нам нравится, канал мамы отличника — цирковая труппа, не более того. Ну а на нашем канале мы вам желаем приятных просмотров, хорошего настроения, только позитивного настроя. Будьте с нами, подписывайтесь на наш канал. И впереди нас ожидает с вами много нового, интересного, нескучного, позитивного и приятного. У Саши здесь вот полным ходом идет готовка. Ты делаешь бешамель, да? Куда я знаю? Можно мне без терминологии? Бешамель называется, но это соус так называется. Я делаю, готовлю. Я знаю рецепт, я готовлю. Так, сейчас, Саша, достану форму. Вот такая у нас есть форма. Вот эту, да, ее надо сполоснуть. Стеклянная, как вы знаете, я люблю в духовке готовить все только в стеклянной форме. Саша приготовила и достала лазанью, обожглась, бедненькая. Слушай, она так выглядит, очень даже сливочно. Очень приятный запах, но мы сюда давали моцареллу. И смотрите, за счет моцареллы мне нравится вот такая текстура, фактура. Ну, наверное, будет очень даже вкусно. Саша уже накладывает нам обед. Вот такая у нее вкуснота получилась. Это папина порция. Вот люблю я моцареллу, конечно. А здесь получается моя порция. Смотрите, как красиво, правда? Сырочек такой внутри, фаршик. Так что, дорогие друзья, приятного аппетита всем, кто сейчас завтракает, обедает или ужинает. Вы тупи устраиваете, только когда меня нет. А потом ты приезжаешь и нам устраиваешь пир. Мы сейчас пообедали. Сижу за столом, за нашим новым столом. И выходить даже не хочется. Очень вкусно было, получилось у Саши с первого раза. Прям вкусненько. Я бы не сказала, что там жирно как-то это, нет. Причем Саша сама делала тоже соус. Готовила фарш, потом все это в форму сложила. Ну, вы видели, да, как получилось, запеклось. Очень сливочно, красивенько, поэтому вкусно. Молодец, молодец. Больше варить умеет. Бисквиты печет. Лазанью приготовила с первого раза. Даже у меня не получилось с первого раза приготовить. Я запорола, пересолила. И сами листы теста, вот сами листы лазаньи у меня переготовились. Они превратились в что-то такое, знаете, вообще переготовленное. Поэтому классно. Классно. Теперь ждем от Саши торт. Саша сказала, что еще приготовит торт у нее на повестке. Вот. Ну, а у меня еще в задумках пирожки. Все еще давно не делали. Но как-то времени не было. Потом вот, говорю же, мы гостей встречали. И получалось так, что мы все время проводили за беседами, за общением. И ложились спать в 4 утра. Правильно кто-то в комментариях написал, что приятно, когда встречаешься с близкими. Это, по-моему, Лада Козак написала. Это общение, это посиделки до утра. Да, все так и было, все именно так и было.
И в связи с этим, естественно, я где-то тоже не высыпалась. А не получается потом спать до обеда, потому что все равно и работа, и какие-то дела надо делать. Просыпаешься рано. Вот пирожки у меня и отодвинулись. Но я думаю, надо будет сделать. Тем более сейчас у нас так немножечко перебои финансовые. Мы еще не можем выровняться после того, как купили машину. Естественно, должно пройти какое-то время, тем более у Игоря был отпуск, потом отпуск закончился. И этот месяц тоже без заработка. Вот, такие дела, друзья. Я вам смонтировала влог про Сашино вождение, про то, как она ездила. Потом, следом, естественно, очень много выйдет материала, как мы гуляли по городу, как мы показывали. Отснято у меня очень много видео, очень много материала отснято, все не успеваю монтировать, поэтому в некоторые дни по два влога даже выходит. Соответственно, может быть, такая задержка в видео и получилась из-за этого. Да не может быть, а так и есть. Так что сейчас один выпущу, потом примусь за следующий, чтобы сильно тоже не накапливать.